Всем привет, ребят! Сегодня у нас обзорчик будет одного из стареньких героев, не сильно востребованных, но в принципе на новых аккаунтах его можно качать и бегать на того же самого елейского босса, потому что это будет у нас сегодня Гарпия и очень интересный герой старых, в свое время даже использовался на дефе. Я тоже пробовал ставить. Что делает на десятке? Наносит 220% трем целям, уменьшая их атаку и скорость на 55% на 3 секунды. Имеет пятую ремку, скажем так, быстрый набор энергии. То есть при входе в бой она сразу же бьет кулдаун 2 секунды. Вот такой вот герой. Порочный пак на максимальный урон 150%. Рунами у нас будет грубая сила 7, как видите, еще плюс 48 увеличения, также увеличение крита. Ну а снарягу мы сейчас сделаем, давайте сейчас покажу вам ее в рейде. Использовать ее можно в принципе везде, но это старенькие герои, уже не востребованные, как и многие. Вливать в него ресурсы не советую. Так, ну в принципе, чем мы бегаем, тут можно все, что хочешь показать. Вот так вот она бьет, летят перья, ее сливают, потому что тут просто нереально такими героями бегать. Давайте делаем ее эволюцию и потом уже пойдем ее тестировать. Так, делаем аугментацию. Так, есть аугментацию, мы сделали. Понижалка. Так, у меня тут пиромах. Сейчас я пиромаха кому-то определю. По урону герой очень-очень достойный. Так. Что у нас с пиромагом? Ну, купидоны пока смысла нет. Укротитель. Ника. Под каждого этого, блин, плохо, что чары нельзя менять так, как хочешь. Так, ну давайте поставим на химка. Опять же, химка не востребована сейчас. Поставлю рогатки. Так. Давайте, у нас есть 4 коробочки. В принципе, на Гарпию это идеально. Ей лучше всего, конечно же, можно попробовать доспех, так как ее быстро будут шатать, либо победный выпад плюс 25 атаки. Тоже будет довольно-таки неплохо. И... Так, что-то я ее потерял уже из виду. Вот она. Ну, то есть можно ее собирать на урон максимальный. Тогда, возможно, будет что-то интересное. Так, вот давайте вот этот поставим талантик для урона. Еще разок. Ну, такое себе. Оставим этот. Так, поехали. Ролим ей на крит и на крит урон. Так, где там она? Она у нас зеленой фракции. Постараемся сейчас ей наролить созвездие. Опять же, не заморачивайтесь над созвездиями на данного героя, там постарайтесь максимум выжить по силе, вы его использовать особо не будете, но я сейчас постараюсь сделать что-то интересное по урону и потестим на максималке, что она будет выдавать. Скоро она появится в судьбе.
Там, соответственно, еще дополнительно вырастут ее статы. И уже потом посмотрим на изменения. Ух, чувствую, если мы сейчас еще крита, пару штук. Крит урон, сейчас будет бешеная гарпия у нас. Ну, крит сопротивления смысла нет. Собираем чисто на урон. Ну давайте уже. Хватит издеваться. Суют нам жизнь. По талантикам можете там поставить и порочный пакт, бастион, бог войны. Ну, я думаю, бас даже будет оптимальный вариант, потому что там жизнь, так, точность, отлично. Оставляем такой вот вариант. Качаем ей. И тестанем уже на первой эволюции. Сейчас посмотрим на ее урон. Так, сольем эти книги. Так, отлично. Ну давайте ради интереса сейчас найдем какой-то рейд, чтобы нам обратка не прилетела, если получится. Но я думаю, вряд ли. Она бьет из зданий, юнитов, все, короче, бьет. Ну сейчас нам по-любому обратка прилетит. Ладно. Набиваем 5 лямов и делаем вторую. Потом пойдем тестить. Жесть, ну бедные минотавры, минусоводы здесь. Не побегаешь с минотавром, не пофармишь нормально. Мне интересно будет посмотреть, что она будет выдавать сейчас на арене. С таким уроном. В PvP локациях, в принципе, можно ее использовать, пробовать. Возможно, дойдем до этого. Создать какой-то состав со стареньких героев и потрешивать им. Так. Сделали. Отлично. Сделали эволюцию. Ну, сейчас она будет неплохо уже выдавать. Правда, у нас в рейде этого не потестишь. Как видите, и юниты есть, и смотрители. Придется идти в экспедицию. Там с этим попроще. Ну и на PvP локации.
Ой, одни и те же. Жизнь, боль. Бери, блин, и ставь. Донатных всех героев, чтобы фармить. Просто жесть. Как тут качать, блин, сейчас героев? Тут можно целые сутки потратить. Просто, блядь, испоганили мне весь фарм золота этими смотрителями с пятой ремкой. Про древние я вообще уже молчу. Так, ладно, пофиг. Качаем за золото. Не будем заморачиваться. Так, что мы имеем? 132 тысячи жизней, как видите, бонусами мы набрали намного больше, чем основные статы. Но это, в принципе, не показатель. Поехали, цепляем я ангела. И поехали с арены начнем. Скина на нее еще пока нет. Так, ну давайте вот какие-то есть тыковками. Сейчас мы их тут разложим всех. Гарпий. Так, смотрим на урон. Нас заблочили. А вот пошел урон 190 тысяч. Как видите, по урону мы тут не особо. Что-то смогли даже показать. Странно. Пробуем еще разок. Смотритель. Вот это неплохо, ну... Вот благодаря тому, что ее активирует, видите, она их и замедляет. Быстрый набор энергии. И шатает. Но критов я не вижу, честно говоря. Вот это не радует. Но так, в принципе, по урону довольно-таки неплохо. тысяча, ну такое себе, с грубой силой, с порочным пактом хотелось бы больше, намного больше. Так, давайте еще разок. Отлично. О, нифига себе. Ну, к сожалению, унизили ее. Поехали в подземках посмотрим. Сейчас, конечно, это будет очень долго. Придется еще даже ворожея поставить. Ну, как видите, хотелось, конечно, от пакта большего, но, к сожалению, не впечатлил меня что-то пакт на ней. Тем более у нее и жизни меньше. Точнее, не жизни, а урона больше будет получать. Ну, такое, поехали. Ну, хоть смотритель активирован. Так, смотрим. В принципе... Ой. Ой-ой-ой. Ну, в принципе, не беда. Смотрим сюда на урон. Может, здесь что-то интересное будет пролетать. А вдруг... Так... Ой, не увидел, что там прилетело. 416 залетело, видел.
2 ляма, что ли? Ого! Что это было? Это был, ребят, смотритель. 6 лямов. Ну, было бы неплохо, если бы это была она. Так, ну и тут все. 500 тысяч. Ну, фигня, короче. Не знаю, по урону, честно скажу, вообще что-то не то. Хотя должна, блин, дамажить просто имбически. Так, давайте на экспедицию. Возможно, на 12-м скилле что-то поменяется. Посмотрим. Птички полетели, смотритель ударил. Так, смотрим. 65 тысяч, да ладно. Что-то с пактом вообще печально. Что-то вообще не то. Нереальный какой-то урон. Герои с пактом обычно выносят в районе 200-300 тысяч, а тут всего лишь 150. Фигня по урону. Очень мало. Возможно, баг какой-то. Но мало, маловато, маловато урона. Давайте еще разок. Сто тысяч. 125. Вообще фигня. Это грубая сила при том. Ну, самое главное, что к следующей судьбе мы будем уже готовы. Да уж, что-то она вообще меня не радует с порочным пактом. Мне кажется, она с богом войны больше выносила раньше. Не знаю, что такое. Но что-то пошло не так. В общем, вот такой вот, ребят, герой. Где использовать его, я вам потом покажу еще. Ну, вливать в него ресурсы однозначно не стоит. Если она у вас есть, ну, максимум, что вы можете ее взять, это на лейского босса. Если у вас нету прочих героев с замедлениями, в принципе, это зайдет. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Ссылочки на конкурсы в описании. Всем удачи, всем пока.